есть космический ритм, который пронизывает всю Солнечную систему. Примерно каждые 11 лет магнитное поле Солнца меняет местами северный и южный полюс. Это приводит к тому, что у Солнца есть сезоны низкой и высокой активности, также известные как солнечный минимум и солнечный максимум. Вот как это выглядит с наших космических телескопов.